На Кубани завершился 18-й международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу». В этом году в нем приняли участие около 20 тысяч зрителей и артистов. 17 дружеских регионов, в том числе Крым, Севастополь, Южная Осетия и Абхазия, прислали на Кубань свои делегации. Цель фестиваля – развитие национальных культур и укрепление дружбы между народами России. Концертные выступления прошли в 17 городах и районах Краснодарского края, в том числе и в Славянске на Кубани. Здесь состоялся концерт дружбы с участием крымско-татарского ансамбля «Хайтарма». Славянские зрители с нетерпением ожидали начала концерта, ведь самобытным искусством крымских татар знакомы очень немногие. Замечательный ансамбль песни и танца «Хайтарма», в котором бережно сохраняются и развиваются народные традиции, представил на суд славянцев интересную программу. Переживаем за то, как нас воспримут, как воспримут нашу культуру, культуру крымско-татарского народа. Но я так думаю, что, знаете, несмотря на то, где мы живем, в каких бы регионах мы ни жили, на каких бы языках мы ни разговаривали и какого бы вероисповедания мы ни были, язык музыки понятен всем, потому что это язык любви или язык дружбы. Язык танца понятен всем. В хореографическом искусстве крымских татар сочетаются замедленная восточная пластичность с южной темпераментной порывистостью. С радостью встречали крымских артистов славянские мастера искусств. Им есть что сказать дорогим гостям. Мы рады, что они к нам приехали. Мы рады их встречать. Они, я так думаю, тоже довольно-таки по-доброму глаза, настрой. Да, музыка – это очень оригинальный, да, и очень интернациональный язык, который объединяет всех. На каком бы языке люди ни говорили, мы недавно вернулись с Москвы, наши песни кубанские, нашу балачку понимают, если иностранцы танцуют. У меня много друзей среди крымских татар, я думаю, это очень прекрасно. С ответным визитом мы были в Крыму, тоже выступали, поэтому отношения поддерживаются. Благодарные зрители горячо аплодировали артистам. Настоящее искусство никого не оставило равнодушным. Очень понравился концерт, с удовольствием провели время, получили массу положительных эмоций. И хотелось бы, чтобы подобные фестивали как можно чаще приезжали в наш город. Яркие самобытные песни, танцы, красивые очень костюмы, хорошо подготовленные артисты. Мы очень рады, что посещают наш город такие коллективы. Наш город вписал еще одну яркую страницу в летопись фестивальной дружбы. Сохранение и взаимообогащение различных национальных культур – задача актуальная и очень важная для фестиваля. И он с этим прекрасно справился. Фестиваль завершился, оставив после себя новых друзей и незабываемые впечатления. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».